Глава региона Андрей Тарасенко вручил государственные награды работникам авиационного завода «Прогресс» в Арсеньеве. Сегодня это одно из ведущих предприятий края с большим штатом трудящихся. Андрей Тарасенко побывал в цехах, где производят детали для вертолетов, цех сборки и будущий гальванический цех, который строят в рамках федеральной целевой программы. Трое работников «Прогресса» получили из рук губернатора награды. Это вклад в создание новой специальной техники и укрепление обороноспособности страны. Звание «Заслуженный машиностроитель». Строитель Российской Федерации получили ведущий инженер-конструктор Клавдия Орекина, слесарь-экспериментальщик Юрий Багичев и слесарь-монтажник Анатолий Радченко.